В эфире «Вести Чукотка», в студии Кристина Мовчан. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Первую партию авиационного топлива в рамках Северного завоза доставили на Чукотку. 22 сентября в Анадырь подошел танкер «Арам Хачатурян». Об этом сообщило информагентство «Чукотка». По данным диспетчерской Анадырского морского порта, на борту наливника 5 500 тонн топлива ТС-1. Это первая партия авиакеросина, которая доставлена в регион. Следующая ожидается в начале октября. Всего же в навигацию планируется завести 24 тысячи тонн самолетного топлива. Добавим также, что на этой неделе в окружном центре ждут судно «Арно Бабаджанян» с грузом дистоплива. На борту танкера 7 500 тонн солярки. Всего на территорию округа уже завезено 92 тысячи тонн дистоплива. Это 63% от запланированного объема. По данным Департамента промышленной политики, топливная навигация этой осенью в округе идет по плану, задержек нет.